Всем привет, меня зовут Стас, и очень многие меня начали спрашивать о том, как установить iOS 9 бета 1. Я надеюсь, что последующие беты вы можете установить точно таким же способом. Итак, первое, это вы переходите на сайт, естественно, который будет доступен в описании. Далее выбираете ту модель, которая у вас есть. Обратите внимание, iOS 9. Если вы опуститесь еще чуть ниже, вы увидите iOS 8.4 бета 3. Кстати, вышло уже 4, но тем не менее. Далее выбираете ту модель, которая вам нужна, и скачивайте либо с помощью торрента, либо по прямой ссылке через Safari. К сожалению, я могу скачать только с помощью торрента. Нажимаем торрент и ждете, пока торрент файл у вас загрузится. Далее вы переходите в Finder, выбираете тот торрент файл, естественно, загружаете. Как это делать, рассказывать не буду, думаю, что умеете. И после этого выбираете ту версию прошивки, которую вы скачали. У вас, скорее всего, будет первое, это zip, вы его должны будете разархивировать и получить конечный файл с расширением ipsw. Далее вы переходите в iTunes, нажимаете, если у вас Windows, то Shift, если у вас MacBook, то Alt. Зажимаете данную клавишу, нажимаете «Обновить», выбираете тот файл, который вы уже загрузили, и нажимаете «Открыть», после чего идет обновление вашего устройства. А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, по любым вопросам пишите нам ВКонтакте, Facebook, Skype, либо же на почту, подписывайтесь на наш Twitter, ну и конечно же на мой Instagram. Всего вам доброго и до скорых встреч!